А вот еще аквариум. И тоже какая-то интересная еда. Сколько тут всякой живности, полные аквариумы, и аквариумов очень много. Это все при ресторанах. Болгарин с дочкой вот там стояли. Он по телефону базарил, болгарин. Ну, с дочкой вот я здесь снимал, мужик стоял, телефон разговаривал возле аквариума. Ты что там на меня смотрел? А это что с облаком такое? Про это здание. Да, я вижу. А что с облаком случилось? Он со света освещает. Оно закрыло солнце. Надо сфоткаться. Океан. Что ты понял, зачем, да? Я же бабки же, все, я пел, глубокие интонации сделаю. Но я хочу на 3 недели больше людей собрать. Ну, потому что так выгодно мой бабосы вкладывать. Я сейчас возьму 2-3 человека и все. А трав-то один, я же пиздю, ты все равно 3 часа. Что с одной, что с 50 метрами. Так лучше пусть будет. Да, 10 человек, но мы сейчас, я же буду делать как-то по-русски курс уже в этот на анти. То есть буду туда загружать, записывать и загружать. Соответственно, что мы с этого имеем? Соответственно, ценник будет меньше. Людей будет, ну, кто может заплатить больше. Я вот из-за чего, да? Чуешь?
меня хотят 3-4 человека уже. Да, один, который был у меня на курсе, и трое, которые были на вебинарах и на дыхалках. Ценник они пока не знают, ну как бы они, ну то есть теплые, прям теплые, и ждут типа, ну знаешь, ну когда бабло ты так возьмешь. Ну ты понял. Молодец. Поэтому дайте мне место, и я вам как этот хрен говорил, ну ты понял, короче. И бабосы будем принимать. И можем жить где угодно. Дайте мне только место для работы. Да, слушай, ну смотри, вот говорят, что там дешевле 15 долларов аренда однушки. Ну как бы нехило, да? При том, что это не столица. Да, это как-то город. Ну, ты знаешь... Даже в армии лето тоже на 600 долларов. Ну, ты знаешь, здесь система работает немножко по-другому. Это так же, как ты покушай на пляже на море за там 100 долларов, да, и ты можешь там 5 дней кушать на море, а где-нибудь ту же самую еду. Где ты попал? Это как вода стоит 1 рубль, блядь, а в аэропорту она стоит, блядь, 100 рублей. Это, ну, это обоснованный ценник, блядь, как бы. Отлично. Я думаю, что там тоже можно так же уцепить. Вот я сколько их смотрел, там и баба, и чел один говорит, я искал, говорит, много всего. И хочу вам сказать, что да, дорого, рассчитано на то, что человек не считает, пришел бабло, но есть бабки, они типа, ну, для них это нормально. Для тех, кто, он говорит, я там где-то приземлился и неделю где-то жил в какой-то там, ну, гостинице. И искал. Он говорит, я нашел за 350, говорит, долларов, но у меня, говорит, это, я, говорит, брал на месяц или на три, он сказал. И нашел за 350 долларов, говорит, прекрасно, отлично, говорит, сижу себе и не дует. Вот, у меня, говорит, все устраивает. То есть 350-400 долларов, это верхушка цены. Вы, говорит, чуть-чуть, говорит, от моря, говорит, в глубину. Говорит, ну на 10 минут пешком, блядь. И все, говорит, решается весь вопрос. Потому что все хотят приезжать на море, а чел тоже на окутанном море, ну оно мне не зачем, меня устраивает климат, все спокойно, все хорошо, тепло. И, говорит, я, ну, на море, говорит, прогуляюсь, ну, видимо, там, где мы сейчас гуляли, вот это вот. Тюлки, хочешь тюлку? А кого хочешь, тюлка? Халчик. 1 800 000. Ну, это рассчитано, вот. Ну, да, что праздники. Да, тут праздники, это точно. Первая линия, праздники. Мы прям попали, так попали. Да, все. Смотри, что тут интересного. Ты видишь, кто это? Кальмар. Это как вот кальмар, а это кто? По правилу. Ты чё? Прикалываешься? Да. Это же космический корабль, который меняет цвет. Как она называется? Говори быстрее. Одна из самых красивых. Я не знал, что ее было. Вот смотри, одна, видишь, какая. А краешки, видишь, переливаются, но не у всех. Кракатиц. Да, это же капец, космический корабль. Ее когда показывают, ну видел всех, которые вот прям как это, ну, на Новый год как гирлянды. Вот это она и есть. Я никогда не думал. О, смотри, какая морда красивая. Смотри, как. Это каракатица. Ага. Лёва. Это тут ещё дает. Ясно. Ага.
Еда. Короче, еда. Все ездят куда-то, куда-то едут, непонятно, куда едут, непонятно. Так, ну что, идем. Так, нам туда, правильно? Я думаю, что соберутся, когда я пойду, когда я начну движение. Что нам нужны определенного рода жилье. Просто номер на длительное проживание нам не канает. У нас есть требования, да, или условия. Пошли. Я думаю, что им придется остановиться. Пьем кого-то. Да, прямо. Нам не жалко.
Я тебя все равно всегда везде найду. Я тебя в Турции нашла, в центре города. Слушай, помнишь этот мем, когда китайцы купают? Когда ты станешь зайком Марутин, шаманом не всемирно известным, мы будем в Тауране жить, да? Да. Или на окном на море. А я сегодня такая написала, говорю, можно, если возможно, нашел кого-нибудь с видом на море. Представляешь, как они ржали против тебя письмо? Короче, мы живем в Лухаре месте, только у нас отель скромненький. Вот массаж, боди-массаж, шампу. Шампу, это что, шампу? О, две массажерки. А что, вот как, пойдем сюда. А я не хочу гулять, если что. Как ты думаешь? Что делать, если я не хочу гулять? Вот туда дальше есть, налево, огромный супермаркет. Да, вот давай, чтобы не было. Вдруг там есть, как вчера, мы с тобой спрашиваем. А можно я сегодня выпью винчика вихать? Нет, не бейте сегодня. Все, завтра только в честь приезда. Закончим, ну, это все уже. Ну, да, но я же не карту. Пизду. Ваша там вся хуйня, блин. Нам вот туда налево. До дороги и налево. У тебя где телефон? Не сфоткай. Я фоткаю. Сзади меня.
сзади меня можешь идти чуть-чуть? Вот магазин. Идем. Ну ничего особенного. Вот до этого угла дойдем, и потом пойдем назад. А вот зачем мне идти до этого угла? Нету больше там магазинов. Да, я же сюда и шел. Ну пойдем, выходишь туда. Завтра с утра пойдешь тут смотреть. С утра же. Вот Пончиковая, наверное, Пончиковая. А вон тоже. Ну тоже какая-то чуйка. Тоже. Ну не беги, пожалуйста, вперед меня. Ты все закрываешь. Здесь все, я сейчас сниму и все, и потом я беги вперед. Здесь жара не такая, влажность выше, но не так жарко, да? Да. Температура 29, извини, не 40. Потому что вы гуляли. После 40 нам уже 29 норм. В Болгарии мы с тобой 29 уже сдохли. Как мы быстро привыкаем. Ну все, дальше ничего нет. Вон то, это что? Это... Нет, туда я не пойду однозначно. Я не хочу туда идти, блядь. Там вообще людей не видать. Все. Разворачиваемся. Это не супермаркет? Не знаю, пойдем посмотрим. Ну это какой-то этот, мол, типа как его вот назвать. Наверное. Да, давай дойдем до него. Это что, хавчик? Что-то другое. Это едальня. Это едальня, по-моему. Разрубки, зайк. И никого. Пойдем туда, в свой магазин. А завтра уже разберемся.
Равни, держи, равни, держи. Thank you.
Да,
Походу здесь вообще знаю. Просто нет почти. Все на этих шатрёнках. Ну, вот этот рыночник, видишь, с чуваком. Он все гуляет. Thank you.